Что можно здесь еще сказать по разбору черт лица дополнительно, да? Вот здесь мы как раз имеем вариант вот этот, когда верхняя губа более гоминная, нижняя более натуральная. Здесь мы имеем более широкий, вот он оказывается, носик-то гоминный, крупный, более широкий, я бы даже сказала, и более крупный, да, он как бы раз и посильнее выглядит. Здесь мы имеем как раз вот этот микс, с более тонкой векой и чуть более продолговатый. Можно, кстати, взять... Да, и вот этот вот за образец, и вот этот, где-то в балансе вот между этими, примерами будет наш вариант. Так, что еще? Никого не забыла? Ну вот, пожалуй, да, вот так вот еще можно выделить. Вот мы, собственно, нашли вот эту всю историю.